День Победы. Бронзовые солдаты, рабочие будут встречать чистыми. Службы, ответственные за благоустройство Магнитогорска, приводят в порядок монумент «Тыл фронту». Чтобы отмыть 15-метровые фигуры, используют автовышку. Грязный налет на монументе образует смесь пыли и птичьего помета. Сотрудники дорожного специализированного учреждения отмечают, удалить его полностью не удавалось пока ни разу. Для очищения 15-метрового монумента в этом году приобретены сразу 3 импортных моющих средства. Концентрированные вещества по канистрочке взяли, сейчас попробовали первое. Ну, частично убрал налет, который образовался на мече. Сейчас будем пробовать это на кислотной основе, сейчас на щелочной попробуем. Уборке в предпраздничные дни подвергается вся площадь перед монументом «Тыл фронту». Копоть свечного огня отмывают простым хозяйственным мылом. Свидетелями наведения чистоты стали воспитанники 50-го детского сада. Дошколята пришли сюда, чтобы возложить цветы. Пусть он землю бережет родную, а